Чтобы максимально разгрузить вилку от навески и проводов, замок зажигания и реле зарядки мы перенесем на раму. LSL производит специальные крепления, так что самое сложное – это отделить и проложить соответствующие провода от основной косы, которая идет в фару. Оплетку лучше распутывать вручную, чтобы не разрезать провода поперек косы. Как видите, без проводов замка и реле проводка в фару стала наполовину тоньше. Сигнал переносится на раму с левой стороны. Для этого стандартное крепление необходимо заменить на удлиненное LSL. Гайка крепления затягивается с усилием 80 ньютона-метров. Разъемы лучше повернуть вниз, так они менее заметны. Теперь можно прикрутить крепление реле зарядки. Реле крепится через спейсеры. На кронштейне предусмотрено ухо под стандартный хомут троса сцепления. Вместо него можно использовать стяжку с резиновым кольцом. Трос должен свободно болтаться в петле. Перед прокладкой провода реле зарядки нужно заизолировать. Коннектор удобно вывести на правую сторону. Замок зажигания крепится к кронштейну LSL надписями вверх. Он располагается на раме справа от реле зарядки. Для его установки используются спейсеры и удлиненные болты, которые идут в комплекте. Болты затягиваются с усилием 45 ньютона-метров. Провод с коннектором удобно вывести на правую сторону и зафиксировать стяжкой так, чтобы он не торчал из-под бака. Такое размещение замка удобнее стандартного и с переносом реле зарядки на раму существенно разгружает вилку и основную косу проводки. Приобрести продукцию LSL для Triumph Bonneville можно на сайте stantexclub.ru. Подписывайтесь на канал и следите за развитием проекта в Instagram Stantex Club.